По статистике правоохранителей отмечают, в Солигорском районе в 2017-м снижение общего количества уголовно наказуемых деяний, что, разумеется, повлияло на показатель уровня преступности. На 10 тысяч населения совершено 103 правонарушения. Показатель является одним из самых низких в Минской области. На 19 фактов снизилось и количество преступлений линии уголовного розыска – 2,4%. По среднеобластному показателю отдел занимает 5-е место. В рамках мероприятия состоялась церемония награждения лучших сотрудников. Указом президента Республики Беларусь медалью за безупречную службу 3-й степени были награждены майор милиции Андрей Засимович и майор милиции Александр Жаврет. Очередное специальное звание среднего начальствующего состава лейтенант милиции получил Алексей Зиневич. За активное содействие органам внутренних дел в профилактике правонарушений грамотой начальника отдела внутренних дел Солигорского райисполкома были награждены военнослужащие 7-й отдельной патрульной роты войсковой части 3310. Еще 11 человек были признаны лучшими по профессии в оперативно-служебной деятельности. Также у нас состоялся ритуал проводов на заслуженную пенсию двух сотрудников. Это старшего прапорщика милиции Климова Александра Александровича, который ушел на пенсию с должности младшего участкового инспектора милиции отдела охраны правопорядка и профилактики, и прапорщика милиции Скалобана Александра Ивановича, милиционера-водителя оперативно-дежурной службы. Гордиться, конечно, гордимся. Вот. Вспоминая все сначала, все дни и будни, проведенные на работе, с работы с населением. Естественно, будешь доволен тем, что кто-то остался тобой доволен с населением, что ты кому-то помог, а кому-то оказал помощь, кому-то подсказал что-то хорошее. Вот. Естественно, за свою работу будешь всегда доволен, если она сделана хорошо.